Северском районе ликвидируют последствия непогоды. Ливни, град и шквалистый ветер наблюдались во многих поселениях муниципалитета. Особенно пострадал районный центр. В станице Северской повсеместно падали ветви и целые деревья. Перекрытой поваленными исполинами оказалась центральная улица Ленина. Завалы сразу ликвидировали и движение быстро восстановили. Особенно досталось парку имени Пушкина. Сегодня все входы здесь перекрыты. Посетителей просят воздержаться от прогулок по излюбленной северчанами зоне отдыха во избежание несчастных случаев. Работники парка признаются, что последствий непогоды таких масштабов не было давно. Во всех частях парка сломанные деревья. С раннего утра их распиливают и вывозят. Кстати, на помощь работникам пришли сегодня и добровольцы из числа жителей станицы. После разгула стихии синоптики теперь обещают аномальную жару. Впрочем, прогнозы до сих пор остаются неустойчивыми.